Триумфальная победа Франции на чемпионате мира по футболу завершилась массовыми беспорядками в Париже. Фанаты устроили погромы, поджоги и нападения на полицейских, стражей порядка. Летели камни, бутылки, а несколько молодых людей разбили витрины в магазинах, чтобы взять шампанское и вино. Честно говоря, я редко бывал так счастлив, как сегодня. Помню, в 1998 мне было всего 14 лет. Я не мог праздновать, как сейчас. Но сегодня я оторвусь на полную. Спасибо, Франция, спасибо, футболисты. Это было потрясающе. Чтобы посмотреть финал чемпионата мира, на Елисейских полях собрались сотни тысяч болельщиков. Изначально приподнятое настроение французов не предвещало никакой беды. Массовые беспорядки начались ближе к ночи. Видимо, так некоторые особо горячие французы пытались отметить победу своей сборной, обыгравшей Хорватию со счетом 4-2. По данным полиции, из-за погромов пострадали несколько магазинов в центре Парижа. Чтобы усмирить толпу, полицейским пришлось использовать слезоточивый газ и водомет.